Выкинь ты все это, нафиг тебе это надо. Господи, ходи с документами. Ребятки, всем привет, привет на канале Пиратская жизнь. Вон, принес кипу бумаг. Договор, чеки, фидейки, туда-сюда. Валер, нечем. Ну вот правильно, вон иди нарви бумажку, пожмякай и иди сходи покакай. В туалет. Сейчас идем, короче, гулять. Вот, что-то сейчас сидели, сериал смотрели. Время уже поздно. А мы гулять попрались. В ночи. Там сейчас хоть это не так жарко, как дня было. И зрачки сейчас. И зрачки. Вон на этого, да. Наконец-то. Сколько пришло, считай? Часа три, четыре. Не, вообще как тебе тебе же 4 часа капали-то? Или сколько? Нет. Пол пятого капали. Ну-ка, зырь. Нормально теперь. Вот. А то будет прям вообще. Прям во всю морду. Да. Как вы, наркоман заядлый. Наркоман заядлый. Таксикоман. Видел. Так поглядел в зеркало. Подожди, ты же сказал обратно, ты ехал не на такси. Так я и говорю, дядька. Я когда оплачивал, он так поглядел в зеркало. Наркоманы! А ты не проходил мимо там, бабульки у нас тут не сидели. О, наркоман пошел! Я в очках был. О, точно, наркоман. Ну, точно. О, вечером в очках ходит наркоманы, проститутки, понаехали вообще. Короче, ладно, идем гулять. Нужно, как говорится, вышагивать свои шаги. И что дома сидит? Ну, что-то у меня с кожей фигня какая-то. Сохнет и прям нас шелушится. Отсюда. Так на такси ехал на маршрутном. Такси маршрутный? Таксист. Я проверю. Слушайте, мне это подкидывает сейчас реклама. Вон, ложка весы. Весы, вон как я взяла. Всякую фигню теперь подкидывает. Кошка какая-то. Не, прикольно, да, ложка весы. Ложка 210 рублей. Считайте, как это взвешивать сразу. Вот. Не, интересная штука. Чего только не подкидывает. О, пылесос. Гаси. Пылесос, какую-то фигню подкидываю. Он средства для похудения, всякие разные. Вон эти бегают, поливают тут. Поливают. Кстати, прохладно вообще, что-то вечером. Наверное. Что-то прохладно вечером. Днем вообще жарень была, просто прям пекло. А вечером так у нас прохладно, так хорошо. Даже я бы сказала прохладно. Вчера у тети Нины тоже раз 4 были. И этот как-то прохладно вечером стало. Даже вот эта вот подстилочка, которую нам постелили. Она прям мокрая вся стала, как будто как роса, что ли, или влаг. Это они, чтобы это их отличать было проще, да? Да, типа того, вот, видишь? Угу. Пойдем сейчас. Знаешь, я что хочу? Вот это вот, горькой вот этой херни. Да. Я хочу горькой херни. А взяла себе негазированную хрень. Как всегда. Шли. Последний раз только рюмка водки на столе, ветер смотрит за окном, тихой болью нам одного Лепса хватает. Отражается во мне этой молодой луны. О, рисуй. Хорошо. Где ж такой кайф вообще на улице? Народу тьма. Хочешь уже свернуть, чтобы народ поменьше было. А здесь, видите, туристов толпы. Короче, вот любят у нас здесь эти экскурсии, блин, 9 часов вечера проводить. Вообще прям. 9 часов вечера экскурсии, ну я-моя. О, видите, кусочки рельсов. Дело в том, что так, чур, кусочки рельсов отсюда не увозить в виде сувениров. Я все вижу, я все наблюдаю. Каждая рельсинка пересчитана. И камушки тоже, вон уже так половину уперли, гады. Вот наши правительства кладут, понимаешь ли, плитку, а эти потом увозят, кладут, увой, кладут. Вообще обнаглели. Что творять?
Да? Вон, палку и то утащили. Да, палку. Опять смычок ему присамбачили. О, сегодня пока держится. У него раз пять, наверное, или шесть уже смычок утаскивали. Туристы, понимаешь ли. Нехорошие. Турики. Турики. Вон, видите, двое. Хаски. Мини. А, вот эти? Прикольные, да. Один рыженький, кстати, красивый такой. Один серый. Ага. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Давай-ка. Что я это поела черешню, меня так торкает от сладкого. Правишься. Как ты где-то ниша шлучковая. Ну что, сюда мы придем, я сразу сяду на диету, девочки. Обещаю, клянусь. Вон еще одна экскурсия. Еще один. Ходит их тут, понимаешь? Ходят плитки на них, не напасешься. Понимаешь. Короче, что-то это напоролся черешни. Что-то такое состояние дурацкое. Да. Вот как, знаете, вот лекарство, да? В чем плюс огромный? Что он не дает тебе обжираться. Даже если ты обожрешься, там такое состояние, что хочется, это все два пальца и все. Сейчас такое состояние, иду, бля. На каждый куст так это. Что такое состояние, вообще состояние у меня сегодня. Улетело, короче. В дальние дали. Каждый день что-то поменяется, что-то происходит. Но худею. Понимаете, с издержками своими. По своими, так сказать, прибамбасами. Худеешь. Говорю, у меня состояние такое дурацкое. Ой. А я все равно хожу. Понимаете? Хожу, брожу. Чтобы худеть и дальше. Вот. 10 тысяч свои. Сегодня где-то 1004 походила. Еще сейчас 1006. Итого десяточка. Хочешь, не хочешь, идешь. Вот так оно и худеется потихонечку, полегонечку. И даже, понимаете, шлычковая диета, она работает. Хотя вы постоянно говорите, не работает. А все работает. Кто-то, например, врет. И жрет. А я вот не вру, но жру. Что-то у меня какое-то состояние такое неадекватное. Я неадекватный. Ты как меня терпишь вообще? А, ну да, ты сам такой же дурачок, как я. А, мы нашли друг друга. Пойдем. Короче, если вдруг я не выйду на связь, знаете, я вас любила. Хейтеры. А нет, может, не любил. Нет, я зрителей своих любила. А хейтеров я просто терпела. Вовка, ты меня не бросишь? Если мне будет очень плохо. Где? Буду... Не просишь меня? Ну, пожалуйста. Я обещаю написать завещание и указать всю колбаску. Пожизненное, так сказать, содержание тебя с колбаской. Иди. Что я уже это, да, уже это, как его, завещание писать начну. Ну, я, знаете, так плохо вообще. Ты думаешь, блин, нафига я в это все ввязалась? Нафиг мне это все надо. Потом идешь, берешь себя в руки и думаешь, блин, я что, тряпка, что ли? Я себе просто какая. Ой, слушай, а что это такое? А, это шарик, ебанность. Что-то... Слушай, Вова, я сейчас не в том состоянии, меня и так глючит. Я сегодня сидела, а на меня там какой-то жук сел. Красный. Я такая удивилась, еще откуда он. Это был пожарный. Да? Он меня потушил. Ой, не знаю, какой-то состояние такой неадекватный. Но вроде нормально. Просто, знаете, вот так это, подташнивать не могу прям. Обожала, говорю, черешню, как дура. Налопалась. Я не знаю, сколько содержала, может, полкило. У меня сахарная бомба. Взрыв. Мне нравится, когда на них нарисована улитка. Вот прикольно. Вот, мне нравится. Вот по этой улице идешь, и здесь почти никого нету. Так как в конце перекрыто. А по Покровке сейчас идешь, там народу вообще пос... прям пипец много. И же прям, знаете, напрягают. Приходится проталкиваться. А здесь идешь, а прохладненько, обдувает вообще все. По красоте. И нам, знаете, что нужно как-нибудь это... взять на...
катамаранчик. Не катамаранчик, а это. По Волге покататься. Хочу. А то что-то скучно. Скучно, скучно. Худеешь, ходишь, жрешь, не жрешь. Какое состояние такое дурацкое. День сурка, блин. Ой, хоть с вами выговориться. А здесь, скорее всего, плюс. Вот я вам выговариваюсь, вот вы меня слушаете и молчите. Класс вообще. У меня такое ощущение, как вы со мной согласны. Самое лучшее, когда выговариваешься. Потому что если у вас психологические проблемы, как у меня, берите в руки телефон, камеру. Не обязательно потом куда-то выкладывать, просто говорите. И вам станет легче. Господи, ура, я выжила. Ура, девочки, я дошла до дома. Слушай, что мне это стоило вообще, я не знаю, правда. Я дошла такая... Короче, настроение говно. В итоге, что я сделала? В итоге, девочки, что я сделала? Та-дам! О, взяла себе бутылку. Безалкогольного Вайсберга. Вот Вован мне давно намекал. Типа какой-то новый появился. Я себе взяла одну маленькую бутылочку попробовать. Но буду без всего. Вот, ну Вован тоже. Сразу же. А, ты пьять будешь? Ага, дай-ка я себе тоже возьму. Он себе тоже взял. Короче, он себе взял вот такой дизель безалкогольный. Две банки. Да-да-да. Сейчас все спалю, все расскажу. Взял вот такой дизель безалкогольный. Мой, кстати, дорогой, 69 рублей стоит. Хрен знает от кого. Но безалкогольный. Мне нравится, кстати, вкус. Вот такое, знаете, белое вкусное пиво. Вот. А к пиву Вован взял вот такую вот воблу. Смотрите. Стоит 179. Вот. Часть разделки. Середина спинки. Кстати, сколько вообще калорий в этой спинке, я даже не посмотрела. О, 88 калорий на 100 грамм. Нифига себе. А сколько здесь вообще грамм? А сколько здесь граммулечек? А сколько здесь граммулечек? Вообще, кстати, а, 75 грамм. Слушай, здесь меньше 80 калорий. Обалдеть. Сухая, вкусная. Ну, в принципе, могу даже я есть. Но я боюсь, знаете, соленое такое себе. Вот, взяла еще творог. По 39,90. Вот такой савушкин продукт. Слушайте, увидела там какой-то творог зерненный в сливках. Тоже, по-моему, савушкин. Но он и шел еще дополнительно, знаете, тут с каким-то джемом или что-то такое. А вот. Что-то смотрю сначала. Смотрю, 96 калорий. Я такая, нифига себе, нормально, надо брать. С джемом и 96 калорий. А потом смотрю, это, оказывается, калории чисто одного творога. А если добавить туда еще джем, который там еще дополнительно, вот такая штучка, знаете, как переворачивается и типа джем добавляется, он уже становится, знаете сколько? 226. Я такая, я все поняла, спасибо. В общем, как ни крути, знаете, вот такие вот творог без добавок, он будет намного вкуснее, намного лучше. Вот такой взяла мягкий, здесь у нас сколько? 85 калорий идет. Вот, белка 8,5, углеводов 1,6, жиров 5. Вот, хочу такой попробовать. Дальше. В какой-то веке заметила кефир, девочки, кефир, сегодняшняя дата. Я думаю, так надо брать. Надо брать. Хочу попробовать, кстати, знаете, кефир с зернами чия сделать. Мне кажется, будет очень вкусно. С зернами чия. У меня там, по-моему, есть. И вот взяла две вот таких помидорки. Желтые помидорки по 399 или что-то такое. Не знаю, мне хотелось именно желтые помидоры. Я думаю, будет вкусно. Сейчас буду делать красиво шашлычок. Там всякие овощи, огурчики и прочее. Хотя, знаете, что-то есть особо не хочу. У меня, наоборот, такое состояние было. Вот, ну, в общем, вот. Вот это все нам обошло сколько там? 700 рублей. 700 рублей. И то самое дорогое, по-моему, вот это вот. И помидорки. Вот, и все. И все, и все. Это стоит 79 рублей. У Вована 59 рублей одна стоит. У меня вот такая бутылочка 69 рублей. Вообще, сегодня не хотела, знаете, в этот зайти. Какую-нибудь пивнушку. Потом думаю, так, нет. Алкогольное пиво я не хочу. И не буду. Алкогольное не хочу. Но пивка что-то как захотелось. Кстати, знаете, сколько здесь калорий? Алкоголя не более 0,5. 30 калорий на 100 грамм. Здесь 430, 120 калорий. Ну, позволю себе немножко голюну, так сказать. Тем более, у нас сегодня что? У нас сегодня... А у нас сегодня понедельник. Понедельник – это маленькая пятница. Как-то так. Как-то так. Вот, в общем, состояние у меня такое, знаете, нестояние. Что-то я сегодня бред какой-то несла. Извините меня, что я какой-то бред несу. Но иногда, знаете, меня что-то так торкает. Что-то я сегодня так перегрелась. И что-то у меня прям сегодня такое состояние было. И как-то вот. Но бывает у меня. Вы знаете, я немножечко того с прибабахом. Но я зато этого не отрицаю, зато интересно смотреть мои выпуски. Да? Всегда же приятно осознавать, что кто-то немножко прибабахнутее тебя. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А мы с вами увидимся обязательно в следующих выпусках.
приходите на наш мукбанк, у нас всегда самые вкусные, самые разнообразные и так далее, так далее, так далее. Увидимся в следующем выпуске. Всем хорошего настроения. Пока-пока!